В Щелковском театре в минувшее воскресенье состоялась премьера новой концертной программы, которая называется «И хорошее настроение». В ней песни, которые известны всем с давних пор. Они несут в себе заряд энергии, бодрости и оптимизма. На сцену выходили известные в Щелкове и за его пределами певцы Екатерина Мрохотова, Екатерина Мелихова, Сергей Коваленко, Сергей Есин, Александр Югорский, Виктор Сухонос. И все песни такие, знаете, радостные. Они несут замечательное настроение. И вообще весь концерт построен на том, чтобы было ощущение праздника. Будут преобладать произведения, которые, скажем, несут больше такого позитивного настроения. Это более подвижные произведения. Вот. Ну, соответственно, естественно, различных жанров. Будет даже что-то ближе к классике, но более быстрое, скажем так. В фойе перед началом концерта царила атмосфера предчувствия события, которое всем запомнится и создаст отличное настроение. Я пришла за впечатлениями, за праздничными. Очень благодарна, что у меня наконец-то есть QR-код. И у меня получилось. Ура! Пришли музыку хорошую послушать, вот уже хорошее настроение. Мы ведем с тобой в сад, в сад, где много лет назад ты впервые мне сказала да. Музыканты эстрадно-духового оркестра порадовали гостей очень зажигательной пьесой композитора Александра Цфасмана. Соло на рояле исполнила Валентина Бонаро. На концерте с таким многообещающим названием «И хорошее настроение» звучали добрые, вдохновляющие пожелания. Побольше улыбайтесь, побольше смотрите на небо, на солнце, мечтайте, и все будет хорошо. Мы слова найдем такие нежные, что завидовать начну красавицы. Тем единственным на свете женщинам, которых любим мы. Зал благодарил исполнителей песен бурными аплодисментами. Концерт «И хорошее настроение» получился душевным и запоминающимся. Андрей Цеханович, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.